Блин. Есть. Есть. И второй. Первый и второй. Вот так вот. Вот так вот меня хотел споймать. Но не получилось, ребята. Кушаем, кушаем. Всех. Вот этого тоже бы... А! Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда, плей. Мы играем в игру Little Big Snake. То бишь, большой, маленький змей, да? И сейчас мы играем с другом. Вот с беленьким. Так, а ну-ка, где он тут? Альберта его зовут. А где Альберта? Я так и не понял, где Альберта, ну ладно. Может быть, вот это светящийся, нет? Не знаю, куда он пропал. А, вот он, Альберта. Привет. Привет, Альберта. Давайте тут. Ох ты, я врезался. Офигеть. Ладно. Быстренько возродиться. Давай, давай, быстренько возрождайся. Так, все, спасибо, спасибо. Давайте. Давай, 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 давай. Возрождайся. Так, деревянный сундук, что там? Ага, алмазики, спасибо. Так, ну мне надо возродиться. Алло, быстрее. А, все, теперь я с Альбертом не играю, потому что я проиграл, да? Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Давайте будем собирать. Немножечко здесь всякие вкусняшки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Так, вот этого хочу съесть. Съели. Ага. Так, что у нас здесь? Ух ты, нифига, большой вот этот взорвался, прикинь. Сейчас мы быстренько это все съедим. Ой, ё-моё, шлепнулся. Шлепнулся в какого-то СССР. Ёлки-моталки, ладно. Возрождаемся. Так, а ну-ка. А где у нас друг? Друзья, давайте я хочу с другом поиграть еще раз. Так, а где друг Альберта? Так, 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 так. А ну-ка. Пригласить друга. Так, а, нет, это не то. Это не то. Ага. Так, все, вместе играем. Играть. Хорошо, вот все. Я теперь играю с ним. Так. Теперь кушаем вот эти вот штучки. О! Альберта, друг, погиб. О! А где же Альберта? Так, а я с этими всеми червячками буду дружить, да, теперь получается? Ой, спасибо, смотри, сколько много еды. Офигеть. Быстренько это все съедаем. Так, Альберта, привет. Это Альберта или нет? Я чуть не вижу. О, кто-то опять скушался. Кто-то взорвался. Ох ты, нифига, какой ты стал большой, слушай. Я тоже таким хочу. Так, ладно, я буду вместе с ним ходить. Рядышком. О! Тихо. Вниз. Так, бабла, бабла, сейчас я съем. Ай, бабл, давай, 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 ловись. Есть, спасибо. Идем дальше. О, опять кто-то лопнул. Так. Ох ты, врезался, да ну нафиг. Ах, и он тоже, смотри, врезался, да? Получается... Да, они тут все повзрывались, елки-палки. Интересно-то как. Как же интересно. Как же интересно играть в эту замечательную игру, ребята. Ага, вот, смотри, играть. Я буду сейчас играть вместе с Альберто... А, Чара написано, Чара. А это кто такой большой, огромный? Альберто, что ли? Нет, не Альберто. Так, всем привет. Давайте я тоже скину такой ссылочку. О, кто-то разбился. Наш дружок попал... Ну, он этот... Пока, видимо, смайлик отправлял и разбился. Так, вот это сейчас я съем быстренько. О! Ух, никакой, смотри, большой, большущий. Давай мы тебя лопнем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя хочу лопнуть, не убегай! Ай, гад, иди. Ну и лопнул я-то, да? Конечно. Вот, смотри, скорость. Вот такой у меня червячок интересный, да? Такой, змея такая. А ну-ка вот этого. Так, нет, ладно, убежал. Ладно, поедим слизняков. А где мои друзья, ребята? А, Батиста, Андрей, вот они, друзья мои. В смысле? Это же мой друг был. Как так? Подожди, почему я... Почему в некоторых моментах я врезаюсь, в некоторых моментах я не врезаюсь? Вроде бы это такой же скин был, как у меня, как бы вроде бы как друг. Почему я врезался и погиб? Ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, как вы выиграете эту игру. А? Я играю уже второй раз. Но пока не сильно понял, что кого.
Так, открыли последний рубиновый сундук. И заработали мы кучу денег. Мы открыли немножечко скинов. Скинов, да? И куда дальше мы пошли? Таинственный лес, смотри, таинственный лес. Смотри, сколько много сундуков. Хорошо. Хорошо, играем дальше. Играем за синенькую теперь. За синенького червячка. Опа, съели мы кого-то. Так, опа, видишь, смотри, я его подрезал просто. Я его взял и просто подрезал. Вот так вот. Потому что я злой, почему я умер? Опа. Опа. Опа, нифига, смотри, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Прикольно, прикольно было, интересно. Угу. Так, сколько было? 271 килограмм, это мало? Так, ладно. А что, нам ничего не дали, да? Играем дальше. О, сколько вкусняшек! Ай, сразу врезались мы в этого огненного вот этого червяка. Да, пусть он будет червяк, да, червяк. Так, эволюция достижения. Давай в эволюции зайдем, посмотрим. А бонус пожиратель действует 40 секунд. Давай его увеличим. Так, улучшить. Бонус пожиратель. Так, это так, рост нектара. Давай увеличим. Улучшим. Хорошо. Что у нас еще можно улучшить? Так, а деньги кончились. А нет. Бонус энтомолог. Поднятый на арене бонус улучшает эффективность поедания насекомых. Спасибо. Спасибо. Так, ладно. Достижение. Что мы открыли? Мы открыли воин. Мы открыли взрыватель бабов. Баблов. Растущий организм. Пожиратель жуков. Пожиратель слизней. Ниндзя. Победить 6 змей с ускорением. Спасибо. И доминатор. Дает постоянный бонус к очкам рейтинга. Получи 5, 5 уровень персонажа. Спасибо. Ладно. Отправляемся и еще играть. Мы играем и кушаем вот этого слизника. Съели. Так, хорошо. Отправляемся дальше. Вот слизнячок. Хорошо. Бабл, 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 бабл. Взорвись, пожалуйста. Нет, не убегай, не убегай, не убегай. Я тебя хочу съесть. Офигеть. Как, в принципе, легко эти баблы и кушаются. Так, нужно просто его атаковать. Нет, ну почему ты здесь бежала? Ты мне помешала. Змея. Маленькая змея. Все, дальше, дальше. Играем дальше. О, вау, 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 вау. Вот так вот прикольно возродиться. И я еще одного большого кого-то убил нечаянно. Так, вот этого я смогу убить. Интересно, я что-то хочу их. Ох ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Ёб ты, ёшки-моташки. Во-во-во-во-во. Кушаем, кушаем, никого не слушаем. Ой, врезался. Алло, чё ты медленно так поворачиваешь? Так, а ну, а с клавиатуры не получается бегать, прыгать? Так, три ключика нам дали. Хорошо, отправляемся дальше. Нет, клавиатура здесь не работает, слушай. Ох, нифига, смотри, какой прикольный. Прикольный змей был. Так, этого мы поймали, съели. Так, сейчас кушаем вкусняшки. Так, тихо, это мои вкусняшки. Кыш. Так, вот эти сейчас кушаем. Две штучки. О, тут еще много, смотри. А, подобрали. Подобрал кто-то и съел. Какая-то змея. Змеюка. Так, бабл, бабл, бабл. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига, ты чё врезался, алё. Все, быстренько все подъедают. Смотри, как здесь все очень интересно, игра построена. Кто-то врезался, и его сразу же сжирают просто. Моментально. Моментально сжирают. Бабл, бабл. Я смотрю, баблов вообще никто не ловит. В основном. И кушают друг друга. Ох ты, елки-палки, я не успел повернуть. Вот смотри, какой быстрый. Давай его позвать, друзья. Хорошо. А, у игрока предел друзей уже есть. Ладненько. Что мы открыли, интересное? Ключики. Так, подарок через 3 минуты. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте слизнячка съедим быстренько. Оп, есть, готово. Вот еще слизняк. Есть, съели. Букашку. Хорошо. Так, что у нас здесь? Смотри, какой монстр большой. Интересно, он погибнет или нет когда-нибудь? Вот рядом с ним, если ходить. О, какая-то вкусняшка лежит. Ну ладно. О, быстренько сейчас подберу. Хорошо. Смотрим дальше. Что тут, что тут? Ох, нифига, тут сколько еды много. Так, ладно. Короче, надо вот с большими ходить. И здесь подъедать вот эти вот все штуки. О, какой огромный, а.
Какой огромный. Слушай, дальше идем. Идем дальше. Так, а здесь никто никого обычно так, знаешь, не ловит, как Слизарию, я так понял. Так, вот, съели. Опа! Двое взорвались, прикинь. Офигеть просто. Не без помощи меня, не без помощи меня, ребята. Я тоже помог это сделать. Они врезались прям возле меня. Так, бабл. Как же мне тебя поймать? Ах, убежал бабл. Ладненько. Так, ребятушки, ладно, я пошел дальше. Наверх куда-нибудь. Так, что здесь? Вот, смотри, букашка какая-то. Съели. Вот этих букашечек сейчас съедим. О, бабл сам ко мне пришел. Ты ко мне сам пришел, слушай. Все. Съели мы тебя. Так, что здесь еще интересного? Вот еще один бабл. Блин. Есть. Есть. И второй. Первый и второй. Вот так вот. Вот так он меня хотел споймать. Но не получилось, ребята. Кушаем, кушаем. Всех. Вот этого тоже бы... А, да как так? Я врезался-то в него. Ёлки-палки. Ну, бывает, бывает. Ну, так было хорошо. Прям... Эх. Этот змеюка все подъел, да? Ну, он кто-то, он профессионал, видимо. У него и скин такой интересный. Поэтому бывает и так, ребята. Ну что ж. Получили ключики. Так, и открыли мы скин луговой змеи. Ладно, это неинтересно. Чуть-чуть мы не дошли. О, подарочек открыли. Так, открыли подарочек. Что у нас? Алмазики. У нас уже 360 подарков. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.